Ой, как хорош. Ага, и выйти можно. Слышь, Крип, ты в этом Дискорде? Смотри, что с корды, ах, пошел. Ну, хватило, я гриб. Каких ты багов говоришь, когда ты долбоеб? Когда тебе люди прессуют, ты нихуя им не бать не кидаешь. Тебя, по-моему, в башке, блядь, зависло, нахуй. Я перекричал, да. Шам такой! Не дезморали, ребят, ты чё? Да, блядь, понарожать, сука, долбоеба, блядь. Эдвард, ты чё? Да как, командиру в сторону, остальных оставь у меня. Тут люди плюсуют на РТ, он нихуя не дает. Нормально? Ну что на ФК? Ладно, можем сюда. Всем привет. Вы трэш бьете? Да. Скажите, когда бьете? Убили? Ладка и крест такая вытягивает. Еще кто-то любит? Нет, сейчас. Сам не любит, когда в бою убивают. Сам так делает. Да, блядь, меня тут чел просто заебал, чутка. Смотри, предохраняйте. Горит у него. Он сбоку идет.
Мясо справа. Что, ни у кого нет бичи каски? Че, у нас пауф? Нету. На пух квадрат. Нужно подойти поближе. Я выбрал, что не хватает. У нас даже 10% АП нет. Есть 8. Каска. Летаю консту. Ладно, дракон без тебя. Все, ты копашь. Кого они подфризивают? Микролаги типа такие? Да, да, да. Да, есть. Я да. Подумал, может у меня... Да я вот тоже думаю, интернет или опять сервер. Ну, у меня тоже. Первый танкует такая. А ты где эту танкуешь? Ну вот здесь все. Квадрат просто скинулся. Смотрю, квадрат. Подожди, Бенс, залечу. Я вижу, вижу тебя, жду. Первый ДК, второй я, третий монород. Пахива. Полина на ДК. Шамагол на мне. Элбрил на монороде. Целого по рейду. Редвар, нашел? Да. Бафните приста. Все готово. Пошел. Достаю слишком далеко. Двое сильнее страданий. Там и выйдет какой-то моб. Там выйдет стоит, да? Да. Пускай стоит. Монород заберешь свою третью. Эту я покараулю.
сильнее страдания. Болтар не оставляет живых. Возьмите рейндж. Танки отлетают и потом... Нужно подойти поближе. Нужно подойти. Как это могло произойти? Ребят, ну вы чё, союзников? Жаль, что придется прикончить вас. Антифир надо кадать. Первый прости, второй опыт, третий на люкс. Обратите их в пепел. Так, первый был уже, нет? Да. Да, без паладина тяжко будет. Есть 2 минуты или сейчас будем пулять уже? Давайте 2 минуты. Кислород, ты здесь не отошел? Отхожу, ходить хотел, че? Ну это ДК танк. Я, во-первых, в гере не был, так в обычке тьму-то танчил без проблем. Сейчас приду, тебе на минуту объясню. Хорошо. Рестор шамана будет?
Кислый тут? А, он отошел. Конька, знаешь что? Что? Вот сегодня ходил и к Коню. Так, Дека, ты тут? Да. Значит, первая, вторая фаза, ничего сложного. Я тебе на первой фазе точку покажу. Не, я был, мне просто подробности. Вторая фаза, стоишь в той же точке, где остаешься. Значит, изначально ждешь босса. То есть на третьей фазе, когда он появляется, сразу забираешь, чтобы не дернулся хилов. Стоять должен в центре. Метеорит падает, вначале вылезает большой. Сразу же таунты на лемов не действуют, ни на мелких, ни на большого. Сразу в него две ЛПшки. Прямо моментально. Он на тебе должен держаться чистыми на ЛПшки. Боссом на тебя будут напуливать трое. Баббл, Мозер и Неонекс. То есть ханты, рога постоянный на пол ДК. Постоянный. Потому что ему надо держать еще и Лену. То есть большой должен быть у тебя. То есть он я будет держать чисто на твоем. Ты танчишь и босса, и большого Лема. Мелких заберут Солы. Все понял. То есть звездопад, тайфун, они забирают мелких. Так. Товарищи дамагеры, РДДшки. Дождитесь, пока большой дойдет до ДК, только потом начинайте его заливать. Не срывайте, пожалуйста. Мелкие должны держаться будут на Редваре, Войде и Монороте. Кислый, а ты не хочешь простью с Коника местами поменять? Я прошу прощения. Нет, мне нужен будет на пол, потому что у меня нету Т5. Вы своим Т5 с меня срываете. Понял. Про хилов говорили? Нет, сейчас хилов. Кир с хила. Свет. Я бы лучше рекомендовал Коника оставить. Значит, тьма. Полина. Мочевого, Шамагоу, Свет, Элдрил и Кирс. У нас 5-4. Четыре воровка. Так, Гриб по Элдрилу, Сантей по Мочеволе, Черн Тролль по Шамагоу. Казум. Казум, оставь СС на готове. Может, во тьму для напула ханта отправим? Ханты большого будут напуливать свету. А, ну ладно. Ну, один, по крайней мере, точно. Там. Вопросы. Так. Саппорт нужен? Да. Гифки ассиста. Гифка тут с голосом. Ну, естественно. Свет на тебе. Ага. Саппорты только те, кто тьме будет. Саппорты, танки и первая группа. Мы на первой фазе уходим в тьму сначала, да, все? Нет. Элбрил и Кирс остаются полностью, вообще не заходят. Ну. Потому что там тяжко будет. А вроде будет метеор, кто-то из вас будет выносить метеор, а один хил. У меня вопрос. Кто святой будет адов заливать мелких? Что?
А то кто будет всю эту заливать? Мелких. Погромче. Кто будет атом свету заливать? Мелких. Все. В смысле, а чемильков мало? Кислый. Можно в свету два звездопада, два вара с ауешкой, прога с ауешкой. Сумасшедший раздавака. Да, вон там, не уроните его тоже. На вторую фазу ДЦ к нам заходит или нет? ДЦ нету. Ну хорошо, Элбрил. Я бы им отправил четвертого хила. Ладно, Элбрил. Зайдешь на вторую фазу, Кирс наверху останется. Все, заходим. Если что, я спекнусь. Чего? Если вдруг. Декаф, меня встань. Кислороду вставай, кислороду. Трусы стоят, вот трусы стоят. Все, не вижу. Уже страшно. Да. Первую кто держит фазу? Ты. Чуть-чуть поближе подойди к центру. Ладно, нормально. Поднимайте. Я бы верю. А Элисес был? Был. Казум и Сесну. Забирай. Мозер. Ну тело тебя успели создать? Второй сейчас повесили, нет? Да, я повесил. На танке, танк. Декан, прибегай. Кисло поднимет. Я бурер. Большого же. Шамагол, метка. Ничего, вставай, я тебя бурерну. Ну, уже вставай. Я еще раз, я сейчас только что бурерну. Большой убил. Предлагаю лечь. Заходим. На народа поднимешь. Ну ёпть, ладно, падай. А чё ты? Ну чё, блядь, срыв. Он сорвался? Он сорвался или чё? Да. Его сразу я сорвал, и он в сторону ушел. Ладно, это пробно. Да, ДК, что-то я про первую фазу. Тебе не четко рассказал. На первой фазе тоже, блядь, не выходит. Ну что, сориентировался, ДК? Да, я просто не успел ни рыбку не поесть, ни каски на мне нет. Рот не был. Каски нету. Ни у кого нет каски. 8%. Кто-то баф уже. Ну я падал на миник. Сейчас все прибыто, дайте 8%. На огонь. Мотивова, не стой прям под босс. Шаман с остатем. На огонь, наверное, придется поставить Кирсу. Ну кто в свету остается, либо раздавак, либо Кирс. Желательно при перебежке, чтоб танка доставала. Под босса. Ну первый раз у себя, а второй раз на перебежке в центре босса воткнул. Ну да, да. Короче, на огонь ставит раздавак. Он как раз ближе к боссу будет и на танк доставать будет. Алло, обмен девки. Дай. Сейчас, секунду. Метеола, сейчас не нужно заранее ход. Нужно перед второй фазой ходить прям всех.
Спасибо. Куда пошли? Куда пошли? Назад. Но станк не готов. Все готов. Элбрю не готов. Все, все, заходим, заходим. 30 секунд. 20 осталось. Сэнтэй. Кислорода на тебя на пулю на первой фазе, Мабу. Да вы чё, ребят? Что, с ума сошли? Ложитесь. Опять. Там два милика прям в упор к боссу стояли. У вас там, если прям, там не в середине. Что-то не проходит, если вы очень далеко стоите. Значит, отбегаете во время метеора. Просто отбегайте от босса. Ну, там, серьезно, там почти в центре босса упал этот метеор. Ребят, заранее бежать не надо. В упор не надо стоять. Товарищи милики, вы достаете, у него очень большой фрейм. Нет, там какие-то костры. Они не достают. Ну можно же прожать и отбежать то, что не достает. Там вот эти свои вихри и прочую поедать. Ребят, у меня рыба кончается. У меня сейчас есть немного. Ничего, у нас ГБ еще пулов так, на 1000. Каждый с моим составом может поставить. Добавляете до 10 здесь торчать? А чё, счетчика тут нету, как в ЦЛК, да? Потом, Лёша пойдёт, а мы скажем, что с первого раза... Гриб предлагает вон ваш уровень. Накс? Да какой Накс, там на бессмертного ещё похлеще будет. На первом же месте кто-нибудь сдохнет. Какого бессмертного? Обычного. Ждем. РДД, вы тоже, если видите, то что какой-то милик стоит куда под босс. Да куда вы манулись? Тоже подходите ближе. Вот все. Да. Заходим. Смотрите, сколько костей уже лежит. Где-то только начало. Такое ощущение, что мы на освоение. Только два пула. Такое ощущение, что мы на освоение, ребят. Так и есть. Угу. Через вот, сколько да. появится? На каждый косяк, нахуй. Секунд 10. Ты еб... Оставь твой. На бара нет. В кресле встань. Ничего, подними. Когда если вдруг перебежит. Он на другой стороне. Перебежали. Нас, когда на другую сторону перебежим, поднимешь. Аккуратно лужи. РДД большого по активу. Перебежали. Поднимай же, наверное. Я убрал мятка. Аккуратно лужи. Что вы делаете? Сейчас просто нахуй. Короче, кисель, бери КБшку, кисель, убьем. Просто тупо в ГБшку. Большого убейте. Минус 4, нет.
Все. Заходим. Ну, зачем бьёте-то? Нет, у него... Ну, короче, я спекну с хила шестым. Да толк. Зайдите во тьму. А вот эту тему фиксить не собираются с рейнджом, с хитбоксом? Леон? Что им сложно хитбокс большой сделать нормально, как он должен быть? Ну, Тёл, останешься в свету. Я зайду во тьму. Вот. Такие вопросы были точно на освоение. Кепка. Ну. А что изменится, если ты зайдёшь? Это скорее всего. Ну, потому что тут про я вообще дело не в хиле. Люди у тебя на первой фазе. 5 человек. Я вижу. Вообще не в хиле дело. От метеора убежать не могу. Люди от метеора дохнут, это не от хила. От лужи, ну. Рыбу слева последнюю ставлю. Сколько? Три пола засрали, да? Угу. Пора, наверное, раздавать ГП. Давно уже пора. Смотри. Я выйду. 30 секунд. Ну, первый пул я что-то не заметил такой проблемы, понял. Кто на этот раз отъедет? Три пола, три раза кто-то с пола отъехал. Перебежали. Ложа аккуратно. Завис. Завис. Кирс. Ну я. Дорога завис, кто завис? Не-не, ДК танк, я отвис. Перебежали. Рога тут? Да. Плюс, минус, ну. Подними кислый. Здесь. Вставай. Совы, совы, заберитесь. Кто-нибудь останетесь стрэш добить? Дыхание. Верчу. Гриб. Не заходите. Проанонсите им, когда зайти. Урайда тус. Рагуар.
ты со своим играть? Я. Но народ. Сколько процентов? 59. 5 и спрашивают, когда зайти во тьму. Казум. Сейчас идет лезвие. Прошло. 4-3. Ходите в дыхание. Что дома? Что могу? Стоп, дамаг! Ребята. Вот заходим, сейчас будет портал. Тьма, стоп. Бьем. Коник. Тьма херачу. Прибежали. Скилл упал. Кто упал? Войт. Гифка, рули свет света. Я во тьме. Ты свя. Я хилю. А, бля. Полина, блядь, тоже во тьме. Кто там? Пайл брил, есть Беркал? Дайте БР, Пайл брил. Амир, рули. Танковка. Неудачно перевели из этого полрайда с брила. У вас все там, да? Свет упал. Угу. Да, он тогда разворачивает. Я еще мисс кликнул и крест потратил. Четыре хила только сначала, потом возвращаемся. Всегда можно. Всегда во тьме 4 хила на второй фазе. Всегда. Да там на, упал, на второй фазе 4. 3 там очень сложно. Ну там про четвертую спрашиваю. 3 хила сейчас было в светлом. Про третью там просто хил упал. Вышел. Ну, не перевели неудачно, на него прям метеорит свалился. Плюс войд дыхание. Нормально перевели, нормально зашли, там метеорит заслакали просто. По факту у нас сейчас во тьме было 3 хила, Мозер. У нас Матиола сдохла. Да она, по-моему, не заходила даже. Она со мной стояла. Она не заходит. А Элбрил зашел. Все, гифку ставь. Стоит он. Я поставил. Поставил. Я поставил. Крест поставили. Вот он, вот он. Ребят, стоп, дамаг, это значит даже автоатакой не надо его делать этим. Вам дают возможность послакать, а вы бьете не совестно. Ты чего? А как что это реплика? Там... Он тебе на 2 пункта упал. Какие-то молнии летели, потом стрелы воков летели. Антей, все готовы. Привет. Заходим. Диспельте это чуть-чуть попозднее. Знаю, кто диспелил. Последние два не знаю. А первые я диспелила.
соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Санты. Перебежали. Ложи аккуратно. Совы. Перебежали. Огонь в центре. Чернотролль. Тайфун. Блин, тайфун их не отталкивает, забирает. Добивайте. Заходим. Дыхание. Верчу. Гриб. Чернотролль. Стоп, Данок, стоп. Стоп, 53%. Дал нам ману. Гриб. Гриб назад бери. Эликс, крабина. Просто останешься. Приводим. Просто остаешься. Неликса поднимите в свету. Сзади у хвоста. Неликс, не заходишь, он килл. Сначала в метку. Перебежали. Элбрелла поднимите там себе. Неонекс. Неонекс, метка. Ну куда ты побежал? Он на меня и кинул, когда я кожалочку иду. А куда ты сейчас побежал? Что могу? Перебежали. А, стоп. 70%. 60. Нормально. Чернотрон. С хилой снимите. Надо взбиваете, нахуй. Сделать бы высоту выше. Попадет.
Криф. Гриф. Диспелма. Шмагон. Перебежали. Тьма, стоп. Я выбрал, то зачем во тьму зашел? Бейте. Аду. На народ зачем зашел? Я не промазал, походу. Тьма, стоп. 70%. Чем на трон? Правее, правее, беги. В обоих мирах, Кира. Хиджор заблагался продиспелить там. А через стоп. Аду заливайте сейчас за хребет. 8 на стоп. Танк упал. Чё вы ещё творите? Типа всё? Ложи... Кисло, разворачивай на нас. Там все лежат. А когда Легеру и танк упал, что? Ну... Я прожатый был ещё. 80% мы перебегали под метеором, и его просто сбрило. Мгновенно. Тьма надо стопать, да. Надо сначала свет, а потом во тьме. Я там не промазал, он меня подлагивает, поэтому я бы сдох, не успел под метеора, поэтому в портал запрыгнул. Смекалочка. Сапчик. Ну чё, Мелонус тоже был? Нифига себе. А потом тут же обратно запрыгнул. РТД, в чем проблема? Почему по большим дамагам нет? Пиздец, многоходовочка. Мозер, ну ты по большим линкам, по большому линкам? Да. В чем проблема, РДД? Чё там? Четыре человека бьют. Уран по-большому. Мозер, Библ, Резист, Жужин и 400к от танка, пятая позиция. Большой сливается? Антью. Ну, его, ты видишь, типа, честно сливается, говоря, но мне, так очень сложно. Мне вообще не до того, чтобы смотреть, что сливается, что нет. Я сейчас релогну, все, у меня хилпот забагался, я не вижу, на кого метка вешать. РДД, выходит большой, как только он подошел к танку, бьете большого, видите, что срываете, бьете босса. Кто там говорил, раздавака будет топ, ДПС, по... Два ханта, резист, у нас во тьме, по-моему, много ДД, мне кажется. Во тьме нормально ДД, у нас просто бьют кого-то. Ты слабо. Неоноксу говорил, чтобы он во тьме остался? Или нет? Нет, просто же во тьме остался, Неликс. Нет, просто Рог еще был лишний, я так понимаю. Да, туда еще Неоноксу зашел. Неоноксу, ты же это должен быть. Выходить в свет, да? На Янгу чуть-чуть. Второй, да. На второй, смотрите, на второй фазе уходят все. Кроме, ну, на третьей фазе остается первая пати во тьме. Получается, Шамагол, Ягодный торт, Девка и Кислород. Все, они остаются во тьме. Остальные все уходят. Скай, может быть, он напуливает, ему там, наверное, проще будет. Я побью. Подчиниться, дайте быстрее, пожалуйста. Каски нет. Каски нет, он среднюю каску делает. Может, Варик на ХП крикнуть. Назад, назад, не двое не готовы. Нахрен вы без команды воюете? Бабл, чего не хватает? Кто-то еще там был. Всё, каска. Там кто-то починить спросил. Всё, кто поставили. Был.
Энг. Выйдем. Выходим. ДК, вот тебе здесь 30 секунд. Через 30 секунд он появляется. Соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Мозер. Небеса в огне. На танке. Нас разделили, да? Угу. Лужа! Отойдите в сторону. Вы что творите? Да вы чё? Ладно. Врачу. Вам чё? Раз, два, три, четыре человека. Левнекс, Антей, Анкив, Резист, красавцы. Вам чё, если не скажешь про лужу, вы сами не смотрите, что ли? Может, её не видно? Какой не блядь, с минимальной плотностью, блядь, её видно пиздец. Как она льётся. Со следующего пула я, да, предлагаю начислять уже. Давно уже пора, блядь. Хуйню какую-то творите, блядь, как будто нахуй, я не знаю, блядь. Это первый раз пришли нахуй на босс. Причем, ладно, новички, да? Все подряд. Просто Лёхи нету нахуй, Лёха бы пизды бы дал бы за эту хуйню. Короче, вихрь достает до босса, когда находишься прям под боссом. Кислый. Такой вот ты пять у меликов веселый. Кислород, мне кажется, сгорел. Наверное, курить пошел. Так, я тоже отойду на 2 минуты бью. Ген, поставь перерыв. Тоже отошел. Я бы после такого пачку скурил. Разом. Не, кисло, когда после вайпа... Поле там по-любому два плаща лежит. Чешка нужна, я первый априори на нее. Леша-то нет. Когда чешка, силовая шея